Участие в благотворительной деятельности и посещение реабилитационных центров города стало доброй традицией для студентов медицинского колледжа «Нанапо». Преподаватели и учащиеся спешат творить добро, радовать сладкими подарками, делиться своим временем, заботой и вниманием, ведь именно дети нуждаются в этом больше всего, рассказывает педагог колледжа. И студенты медицинского колледжа «Нанапо» пришли, как всегда, к своим воспитанникам провести у них конкурс рисунка. Мы хотим, чтобы наши малыши знали наши символы, символику с малых лет. Вот то, что наши ребята нарисовали, я думаю, во-первых, площадка стала красивой, во-вторых, детишкам какое-то разнообразие. В ходе акции студентами колледжа было организовано множество развлекательных и познавательных игр и викторин с вовлечением всех подопечных центра. Также был дан старт конкурсу детских рисунков на асфальте, что стало для ребят настоящим праздником. Студенты одарили маленьких воспитанников центра гостинцами, приумножив их радостное праздничное настроение и положительные эмоции. Пожелали детям, их родителям, всем сотрудникам и педагогам центра терпения, здоровья и успехов. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».